Всем привет, я Влад Чижиков, мне 24 года, и я приехал из Минска. Я преподаватель болгарского языка и литературы. Ну, меня всегда тянуло к музыке, и я начал петь кавера и выкладывать их в соцсети. И вдруг, прикиньте, я такой сижу в Минске, ем картошку, и тут в комментариях мои кавера отметили «Каска», «Хардкиз», «Меловин», «Таяна». Это такое волшебство, значит, действительно в тебе есть какая-то изюминка. Влад простий хлопець, але неймовірно талановитий. І я йому бажаю успіху, тому що він вартий розвернути всі чотири крісла. Привіт, Владе! Бачили твої кавери на «Хардкіз» у мережі? Подобається. Дуже рада, що такі голоси з народу мають можливість виступити на великій сцені і показати себе. Бажаю успіху. Я пришел на «Голос страны» развернуть не только наставников, но и зрителей, которые сидят возле экранов. И чтобы это стало началом большого пути музыкального. Хлопчик. Хлопчик, я теж думаю, що хлопчик. Зовнішність нього матьо-матьо. Привіт, привіт, привіт. Здравствуйте. Мене звуть Влад Чижиков. Мені 24, я приїхав із Мінська. Ох, yeah. Безусловно, ти нас покорив. Смотри на ту публіку, смотри, що вона творить. Спасибо. Повернулось тебе три супертренера. Четыре. Меня заблокировали, да. Да ты что? Да, такое неприятное чувство. Я тоже нажал на кнопку, да. Кто-то побоялся. Я подозреваю, кто-то меня боится. Кто-то из нас троих. Это я. Сейчас вся страна увидела твое истинное лицо, понимаешь? Ты взял и сделал это. Хороший, добрый, на, Потап, ты не участвуешь. На русском вам скажу, чтобы вам было понятнее. Я душой с вами. Вы пели просто потрясающе. А чем вы занимаетесь по жизни, скажите? По образованию я филолог болгарского языка. Я собирался поступать на пение, но решил связать свою жизнь
с чем-то более как бы серьезным, что ли. Ага. Но в итоге так все вывернулось, что я для себя определил, что музыка — это мое. Все, супер. Класс. Ребята, и это правильно, потому что вы настоящий талант. Влад. Это точно. Мы уже поняли, что вы талант. Я, как правило, прислушиваюсь к сердцу. И вот оно мне подсказало, нужно блокировать Потапа, потому что он вас заберет. Такое неприятное чувство, Дима, если бы ты знал. Вы видите, на что приходится идти ради таких тембров. Скажи мне, второе. Я думал, что у вас уже терки начались. Нет. Я хотел поговорить. С чего начиналась ваша любовь к музыке? Обязательно есть какой-то первый артист, который... Вот, Влад, теперь ты любишь музыку. Не надо никаких артистов. Ты личность. И мне интересно развивать твою личность. Слушать, что говорят, тоже нужно, да. Но не слушаться, а прислушиваться и делать выводы. Поэтому тебе нужен тренер, который будет развивать то, что в тебе особенное. Приглашаю тебя ко мне в команду. Очень восхищена. Спасибо. Особенно, когда ты его увидела. Проект «Голос» дает возможность найти своих зрителей. А после этого реально можно взлететь, как ракета в космос. Я буду вам этого желать, и этому смогу вас научить. Спасибо большое. Мне очень было бы приятно с вами поработать, Влад. Спасибо. Итак, человек, который реально, действительно интересуется миром артиста и глубоко в него проникает, это тренер Дан Балан. Он обволакивает, как какой-то дурманищий такой, аромат такой дорогих духов. Но он действительно знает и действительно разбирается, глубоко копает и в музыке, и в людях. Тина Кароль, неоднократная победительница сезона, великолепная, она мастер, очень опытный тренер. Она знает, как выглядеть и со стороны, и внутри. Что такое горячее сердце, холодный разум. Она звезда очей моих очарования. И... Я сидел рядом, а он меня заблокировал. Великолепный, потрясающий, современный, ультрачувствующий музыку человек. Кружащийся в музыке, насквозь ее пропускающий. Дима Монатик, вот такой выбор у тебя. Итак, Дан Балан, Тина Кароль, Дима Монатик. Просто Монатик. Монатик. Как удобно. Выбирай. Ну что ж... Каждый говорит, что ему тяжело. Мне тоже тяжело, я не знаю. И я буквально за пару секунд решил... Дан Балан. Я знал, что он почувствует. Спасибо. Жалко, меня заблокировали. Я бы поучаствовал в этой гонке. Но я повернулся. Вам не за что извиняться. Браво. Ты крутой. Давай я тебя беру. Класс. Ох, Дан Балан. С кем ты пришел сегодня? С подругой. Класс. Крутой парень. Это очень крутой. Очень крутой. Я вас поздравляю. Ты реально талант. Спасибо большое. Ну і зараз ми побачили самі особисто. Він дуже сильний конкурент. І це прикольно, це класно, тому що сильна конкуренція. Що породжує? Якість нашого шоу. Я вірю в таку. Дан, ми поздравляємо тебе! Клас! Це звезда, ребята. Це звезда. И я заполучил ее в моей команде. Мы решили, что это все-таки твой человек, потому что у тебя интернациональная команда. У меня реально, ребята, я сейчас смотрел на вот всех своих конкурсантов, и я стал счастливее в 100 раз. Все они очень разные, и у всех своя какая-то особенная история. Из разных стран, из разных культур все. Я очень рад. Отличная команда собирается, Дан. Поздравляем. Спасибо, ребят, спасибо большое. Да. Мы очень за тебя рады.